нормально. Ну что, так, ты, я стою слева, значит, ты нажимаешь кнопочку. 3, 2, 1, поехали. А, сейф. Можно не брать, наверное. Блин, отличное начало. Да, топ начало есть. Это был плохой день. Сейф этот выдел... не надо вообще брать. Да, сейф сбил. Ладно, не важно. Сейчас будем голдсплиты делать. Ну если получится. А, ну да, у нас тут же супер-новые технологии. Не уходить с кнопки, как не прыгнешь. Ты можешь, как бы, чем раньше ты прыгнешь, тем раньше я смогу. Ты на кнопке. Ну это пока такие слишком микро-оптимизации. Не очень важно. Ну да, конечно. Ну, потеряли секунд 5-10 на этом. Привет, обсервер. Че? Да вообще, как бы... Привет, обсервер, я не слышу тебя. То есть не вижу тебя. Он в чатике за миллион. Чуть не врезался в шипы. Нормально? Забудь там двойным прыжком, там, помнишь, да? Да, да. Блин, ну это долго. Ну что, долго? Да. Ну что значит долго? Ну я как только ты начинаешь прыгать, я тоже начинаю прыгать. Черт. А, ладно, то есть... Да, так нормально. Ну, хорошо. Ничего, со временем привыкнем друг к другу. Ну, да. А, мне не обязательно тут, да, надо было... Да, да, тут можно идти сразу. Ага, есть. Вот, сразу две уничтожил, нормально. Ап! Это полный прыжок. Just a big gate. Браузеры, Good Game закрыть, это звуки лишние. Но я не знаю. Но сейчас не могу. А, мы могли пересетнуться. Это не важно, потому что я могу. Все нормально, мы можем это. Нет, не можем. Это довольно сложно, лучше нормально делать. Так, нормально. Так. А, я тут сюда. Блин. Уничтожь блоки вот эти, да, еще один сверху. Мере в конце не умерли. Nope. Чё? А я, блин, запрыгнул и что-то завафлил. Да, ну... Да, слепые.
Да что ж такое? Неловко, конечно, он делает. Ну, практики мало. Есть и сделал. Угу. Нам надо обоим это делать, кстати. Привет, хиппи. В смысле, кто у аппарата? Оба у аппарата. Редайр и Судал. Наверное. А, на Good Game же не написано. Ну, вообще-то на Лайсплите написано. Ну, ладно. Ну, это же еще увидеть. Так, сегмент, который тренили. Ну, что, сейфовая страта или нормальная, в смысле? А, ну, пробуй сразу пойти. А. Ладно, сейфово. Окей. Черт. Тупой нидл. Молодец. Блин. Ну, сейфовые страты пока явно быстрее. Как я заделал этот шип? Ну, тут вообще нельзя умирать, если только не, ну, не от рандома. Ну, вот этот гейп меня бесит. Нет, ну почему? Быстрее. За что это, ну? Мне не дают пройти. О, нет, я так и не потренил этого босса. У тебя все надежды, Сироп. Голдсплит, минус 2 минуты. Да, так. Ну блин, ну давай тащи тогда один. New skips, ну да, тебе там. Тебе говорят first try or reload. Привет до куриных рук. Я не буду как это делать. Всё, бунт на корабле. Чё за? О, ладно. Нормально. Блин, ну печенька. Нет, опять. Привет, конфет. А, это ответственность, да? Да. Меня бесит не то, что ты умер. Меня бесит то, что сейчас я умру. Еще хуже. Давай, на пиби идем, ну. Сложный прыжок. Ну давай, все. Отлично. Сейчас будет поступай золото. Поступай со мной так больше. Слишком большой. К
как-то, когда там, например, на финальном боссе ты один остаешься, то это еще нормально, потому что, ну, он сложный. Это умереть на финальной фазе, конечно, обидно, но... Не позорно. А здесь... Голд сплит, короче, минус 3.50. Ой, я забыл убить. Ты тренил? Ну, давай. Ну, я боюсь, сейчас будет плохо. Да. Нормально, ну, в принципе, я все еще помню, что я делал. Я делал вот так. Отлично. Прям хорошо с запасом. Да. Ну, тренировки были не полностью бесполезны. Да. О. Нормально? Так, очень сложный нитл, где очень много кейтов. Ну, да. Смотри, я сейчас дойду до этого гейта и умру на нем. Ну что, я не могу... я не могу начало пройти. Ну что, ну что? Ну это таз-дроп. Черт. Да, я не могу сосредоточиться. Блин, я... Сложный не был. Так, все, серьезно, спидран, хорош. Да, да. Убирай. Блин. Это полным прыжком, да, находится. Вторая штука. Что я не сделал ни одного гейта в этом сегменте. О май бог. Что-то как-то не очень. Плохо идет. Да, ну диагональ, ну. Это вообще что-то типа корнера, кстати. Вот где шляпа. Сомбреро. Ну, а то лопашки. Нет. Ты был неправильный спот. Ах ты ж, ё-моё. Так, правило никогда не расслабляться все еще работает. Даже если это кажется, что ты сейчас пройдешь там. Mm-hmm. Ну нет. Да я не могу проделать этот полный шип. Окей. Да что а такое? Заодно middle segment вообще просто не идет. Третий раз. Яй. Да. Поставь выше. О, ну. ну блин, знаешь.
опять needle cement, нет. Окей. Нельзя зашать вправо. Ладно. Ну, я никогда не делал это. Как это? Ты нажал? Да. Ну, в смысле, я никогда не шел вправо. Странно. Я думал, шел. Не, я всегда нажимал, и ты успевал нажать, да. Так, сетап. А, ну это, ну, не то. Ты наконец-то разобрался, как это делать? Нет. Этот прыжок последний, с которым еще разобраться надо. Перелет. Да ну я. Короче, ты это делаешь. Давай. Давай, фидстрайки. Мне он что-то не нравится. Nope. Блин, не долетел до шипа. Ну, в смысле, нет, как раз до шипа долетел. Есть. О. Так, не так. Так. Как это делается? Хороший вопрос на спиране. А, я почти, нафига я отпустил кнопку влево, чё, дурак, что ли? Есть, я это сделал. Отлично. Это было быстро. Ништяк. Я взял цепь. А, ну так и говори. Я взял цепь. Я что-то не обратил внимания. Так, оба идут наверх, так понимаю. А то в тот раз... Ты делаешь прыжок, ну ладно. Да, я верю в тебя. Отлично. Ну как? Ай. Блин, серьезно. Ладно. Писать. Я могу нажимать на кнопку, а ты можешь идти. Ой, сейф надо, да. Это важный момент. Видишь, какой важный сейф? Вторая, четвертая. Иди сразу туда вниз. Хотя, в принципе, нет. Ну это не важно, нам обоим скорее помогать лучше. Да, зря, ну ладно. А, avoidance. Пять это. Это тебе не дарупи тут. Ну это не avoidance. Так, кстати, яблочки похожи на дорогу. Что-то опасненько. Так. Вроде мне ничего не писали, если писали, то я уже, извините, не увидел.
Надо было читалку, что ли, сообщение включить, я хуй знаю. Я просто оптимально плохие страты сейчас использую. Накал. Минус 6.31 gold split. Хорошо, что мы прогрессируем. Потому что здесь скипов не было. Надо с первой попытки это вот это пройти. Да. Давай. Сомнительное заявление. Ну можешь на ресет нажать, если веришь, что шансов больше. Да попробуешь. Ну то есть если после этой попытки будем на гранатах умирать, тогда уже резерв. В принципе, босса-то я проходил. Да. Я пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить аудитории то, что I wanna be the hike умер на том avoidance, который мы делали после того, как он закончился. No bullet. А что тут надо было делать? Я забыл. Надо было лезть в башенку наверх и отпрыгивать высоко. Ну блин. Рип за ран. На самом деле нет. Ого. Граната. Да, ничего, так граната полетела. Но это было все равно лучше, чем та граната, которая у нас на практике была. Но святая граната. Я, кстати, опять справа начал появляться. Чё за... Фуф. Ну, ладно. Я собрал. Овцы. Она просто... Да, бывает. Ладно. Ну, есть шансы. Тащить, в принципе. Ну да. Мне кажется, этот файт становится легче со временем. Да, в смысле, я имею в виду не то, что ты играешь лучше, чем больше ты в него играешь. В смысле, последующие атаки легче, чем предыдущие. Да, только есть. После овец вообще, по идее, умирать за сквар. Ну, не при первом прохождении. Ну да. И до овец тоже. Ну я не знаю, на огнемете может можно, но нет. Ну типа рандом какой-то супер плохой. Ну да. Вот. Если такое бывает, я не видел. Я тоже не видел, поэтому. Ну все-таки. Сейчас посмотрим, че. Надо было направить, ну пофиг, мне так да. Привычно. На секунду я даже начал волноваться. Ну, мы немножко так себя сглазить пытались, как могли. Нормально. Second try. Идет. Фух, I feel good. А, у меня опять звука нет, надо на сонике включить. А, я же себя оглушу наверняка. Надо осторожнее мьют нажимать. Судя по всему, нажатие мьют это какое-то нетривиальное действие. Минус 7.10. Хорошо.
даже червякам быстрее прошли. Ну это, конечно, вся фигня. 7 минут. Да, ё-моё. Тут главное. Не, ну пока так. Главное. Не, ну мы довольно хорошо шли. Это Дементио, как бы. Там должно быть минус 2 часа. Я не понимаю, ну, хорошего, да. Ну, 2 часа, конечно, нет, но минус там час-полтора вполне можно. Так, скип здесь, направо. А там надо вдвоем обязательно? Нет. Есть. Только, блин, если бы мы на ресет нажали. Так, ты стреляешь. Нормально, по ящику. Так. Нет, нет, да. Мне нужно два разрушить и все. А, все, засада. Да. Да опять я одной пулькой два ящика уничтожил. Ну, похоже, что это часто происходит, если ты целишься между ящиками. Ну да. Да что ж такое? Привет, Клавак. Привет, Эмзог. Я извиняюсь, если вы уже давно сидите, но я только сейчас прочитал, увидел. Уф, что-то близко было. О, нет. Да. Иногда в жизни я забываю о существовании этой комнаты, и мне так хорошо живется. Нормально? Ну, на самом деле, не самая худшая комната, как по мне. Ну, я думаю, что ее можно натренить так, что она перестанет беспокоить. Мне больше всего не нравится слупочная комната, но где ты проводишь меня между шипами. А-а-а. Так. Надо мне с первой попытки лучше пролететь здесь. Есть. Шо. Нормально. А скип снизу. А, ты мне... А. Ты пройдешь, пройдешь со мной. Есть. Штяк. Так. Давай, давай. Так, я забыл, что мне надо было сделать. Мне надо было уничтожить. Ты должен разрушить один блок сначала. Теперь упасть вниз, налево вниз, а, и точно. Прыгнуть вправо сразу же после портала. Черт. Ща соберусь. Не страшно, если ты умираешь, не страшно. Главное, чтобы я не умер. Ну, относительно не страшно, все-таки спидран. Ну такое, так, как. Давай. Давай, на реакцию. Хорошо. Так, теперь я могу дальше проходить. Есть, все. Ты можешь не так действовать. Черт. А, ты попал по порталу, я понял. Ты можешь пройти дальше портала и запрыгнуть на платформу снизу. А. То есть в упор к стенке встать. Ну да, ну или так, хорошо. Нормально. Не торопись здесь. Да. Я умер. Я умер. Интересно. Раньше такого не было.
не было, и вот случилось опять. Так, давай, нормально. Пожалуйста. Да ё-моё! Забыл. Ну ладно, это я виноват. Чё-то я не... Надо было с первого раза проходить. Это правда. Бесит. Я не понимаю, вроде это не очень сложный триггер. Да не сложный, ладно, но... Резиновые шипы начинаются. Рот ниже. Позже. Довольно сложный прыжок, на самом деле. Но мне он не нравится, да. Что ты, ну почему? Я раньше-то типа нормально... Так у нас сегодня нидлы не идут. А я вообще раньше этот прыжок, в принципе, нормально проходил. Не, вот именно когда мы с тобой играли, я его всегда плохо проходил. А когда со Стапом играли, по-моему, нормально я его проходил, не было таких проблем. А сейчас я прям вообще не могу его пройти. Я просто не могу его пройти вообще ни разу, по-моему, не прошел еще. О, лоу, прошел. Что? Окей. Не так. Ну, здесь ты что-то застревать, вообще ничего нет. Ладно. О, я что-то вообще плохо играю, лол. Да, я неловко что? Это сделал. Ладно. Никогда нельзя сразу туда прыгать. Надо вначале опуститься, потом туда запрыгнуть, иначе не хватает реакции. Вначале вниз, потом уже. Это EX Docket Mickle, подожди. Не нравится этот рандом. А, все? Да, жопа. Блин. Блин, зря. Да я просто на самом деле чат читал, думал, мне повезет. Ну, ты в угол стоял, да? Обычно тут везет, ну блин. Угол подводит. Не верю углу. Слушай, это вообще паттерн или рандом? Нет, это рандом, явно. Ладно. Ну ты прям очень близок сейчас был к тому, чтобы меня убить лазером. Так, пожалуйста, давай я прыгну вниз. Окей. Нет! Я сразу прыгнул, не посмотрел, что ты не прыгнул.
Главное спокойствие. Я прыгнул вниз. Ага. Сойдет. Поехали. Блин. Ресет, наверное? Да, проще. Успеешь? Да. Нормально? Да. Нормально. Меня не отпускай дальше. Платформы тут добрые. О, есть время чат почитать. Ну что там у вас? Привет, Гэнстори, кстати. О, дропов уже 269. Вроде приемлемо. Приемлемо было, когда я 2 года стримил, у меня было всегда 0, даже на 10-часовых там стримах. Сейчас со скипом учится там, ну, через экран там вроде. Осторожно. Со скипом. Нам один скип остался, он не очень сложный. А, и его О. можно в одиночку, да, делать? Да, да. То есть шансы на успех 2 раза выше. Ну и плюс-то он старым сейвом, так что это ничего страшного. Ну да, самый стрёмный скип... О, скипы это те, которые один раз завафлил и всё. Тут, в общем-то, таких особо и нет. Один есть там же, где экран, ну вот, со стенами. Ну, которым уже прошли. Ну где-то с телепортом там. А, да, да, да. Но, да там, что? К счастью, если мне не умирать, то нормально, а моя часть достаточно простая после скипа. Давай. Нет. Ладно, я дошел как раз. Я взошел. Блин, нет, давай. Один, да. Да. Так, это один арт идет. Я не могу. Да, 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 да. Ну,
можем успеть, давай. А, нормально. Так, здесь скип? Нет, да. Все, с первой попытки. Он не очень сложный. Вот здесь момент, я не очень прикольный. Есть. Есть? Отлично. Очень быстро получилось. Но он реально, если... Он не сложный. Минус 15 минут. Так, шмакоте у нас нету. Ух ты ж, ёбан, без эффектов это выглядит совсем по-другому. А я с эффектом. Прыжок. Так, опасные страты, ладно. Да ладно. Привет, гнома. Что? Почему он меня таргетил? Ты просто слишком слева стоял. Ладно, может, я просто сбился. Привет, Расти. Привет, Расти. Блин, что-то странно, какой-то очень плохой урон. А, нет, ты нормальный урон. Не, нормально, это так и должно быть с одного. Его можно убить за 3 цикла одному. Так, сейчас кольца. Че-че-че-че, а, блин. Черт, ну дурацкая. Плохой урон. Можно было убить. Блин. Ну что, ладно, попробуем. Привет, Гоги. Ну да, вебку решил оптимизированно. Не стоило, ладно, не важно. Лайф-сегмент в плюс пошел, мы же с первой попытки убили в тот раз. Да, да. Здесь мы явно потеряем. Мы уже теряем. Если бы все скрипты были золотыми, было бы не так интересно. Чуть не умер, но блин, нельзя так играть. Надо ресетиться все-таки, зря продолжил тогда. Очень много времени теряешь, потому что надо два раза эту атаку делать. На рану. И сейчас резетиться или лучше? Ну, я бы предлагал, да, ну ладно. Ну, на самом деле, Соник не такой тривиальный, нам просто, мы просто, не знаю, хорошо играли. Нам везло. Прыжок сейчас.
попытку привязать красного персонажа, но не получится. Примерно такой же, как в прошлый раз. Ну, по-моему, больше уже никто особо не нанесет. Одному. Ну да. Хорошо. Теперь самое легкое. Страшно же. Фух, ну ладно, все идет. Потеряли, конечно, 3 минуты. Опа, 3 минуты, да? Кстати, я забыл сказать, что вот здесь есть скип. Да? Ну, такой себе скип. Можно вот здесь прыгнуть в плейн. Вот так. Это не настоящий. Это не настоящий плейн, он очень простой. Но имею в виду. Можешь попробовать. Я сам только что в первый раз это сделал. У нас, кстати, 47 минут до этого, уровня. Ой-ой-ой, давай дальше. Что-то запутался. Потихоньку направо. Сразу. Так, я наверх. Но монетку слева я тоже собираю, потому что нижний путь вроде как сложнее. Ну ладно, взял. Ну, так получилось. Так. Получается так, все понятно? Да, все понятно. Сейчас бы на спидране разбираться, но... Ну, да. Подумать, как действовать, если один типа собирает, брать ли сейф. Ну, я сейчас собрал все монетки, типа. Я могу взять сейф или... Наверное, не стоит. Наверное, я просто должен с тобой делать верх. Ну, тогда попробуй на следующий экран иди, а я эту монетку долбанную дособеру. А, хорошо. Я что-то до сейва дошел и я не подумал, наверное, надо было просто с того конца начать идти, это было бы выгоднее. Неоптимизированные статы. Ну,
я думаю, в любом случае мы этот сегмент быстрее закончим, чем в прошлый раз. Мы его очень быстро прошли в прошлый раз. Да. Не, ну ты сейчас довольно быстро прошел. Ну нам еще, ладно. Ну, неважно, если ты собираешь все монетки, то мы просто ресетаемся. Так, а я так понимаю, последняя осталась монетка. Ну, она рядом с Эйвен сверху. Ну, блин! Серьезно, я умер на этом, мы сейчас столько времени из-за этого потеряли. Ну, там самая простая монетка. Ну, где просто вверх-вниз. Ну, блин, из-за того, что, ну, надо было мне не умирать, а просто попробовать взять ее с токенс. А ты мог сейф разве не брать и пройти дальше? Не уверен. Даже не подумал об этом. Я просто где-то там зарисовался. А, я понял. Я просто... Ну... Я тоже там умер, отлично. Отлично. Там тайминг не так. Кстати, там, по-моему, еще одна монетка, там их две осталось. Так я умер не из-за таймингов, я умер из-за того, что я в шип пошел. Ну, грубо говоря, рука дернулась, блин. А, ну... Это вообще обидно. Чайка. Черт, ну это уже лажа пошла. Да, конечно, этот сегмент в будущем очень сильно улучшится. Да, да, его можно буквально, если ты можно first try, да. Вот в том же час 0.3, который результат, они first try 0 оба. Ну, будет легче, особенно если мы будем тренировать каждый свой сегмент. Взял, там еще, да? Ну. Да, внизу посмотри. Ага. Последняя. Иди. Ты тоже рисуешь. А, ага. Точно, да. Но все равно, мне кажется, мы быстрее, чем в прошлый раз пришли. Не уверен, но... Ну, мы там реально очень быстро. Ладно, еще же все равно. Ну, это да, же, ну, это же вообще... еще так. Не сплит. А, вот это вообще очень быстро прошли в тот раз. С первой попытки, по-моему, буквально. Давай. Давай. Следующее. Следующее. А, давай. А, что-то там было опасно, ну ладно. Давай. Ага. Следующее. Все. А, все, там умереть, по-моему, вообще очень легко. Хотя я ни разу там еще не умирал никогда, но легко. В последнем прыжке? Ну да. Фу, это медуза. Ну ладно, мы в этот раз тоже быстро прошли. Сейчас будет... Skip learning процент. Отлично. Тупая мышка, она неправильно все... Она все делает неправильно. Надо прямо перед ней стоять. Да, эта мышка все делает неправильно. Тут бессмысленно. Много, а, да, пройти. Ну, так, ок. Так, ну, успокоился, нормально прохожу. Как я ящик поднял? Я видел, что он странно себя повел, даже на моем экране. Есть. Низу вафли. Как я. Ок. Ладно. Так, сейчас мы идем по-нормальному. Нет. Теперь, да. Сначала мы проходим сегмент с телепортами абсолютно как обычно. До конца, и потом ресетаемся, и нам нужно будет пройти его еще раз. Звучит как плохая идея.
Ну... Это реально быстрее намного. Так, стоп. Ты наверх? Да. Нет, в смысле, я наверх? Ты наверх, я вниз. Так. Не торопись. Так, давай. 3, 2, 1. Нормально. Так, можно в телепорт входить. Кнопка нажата, теперь мы сейванулись, и нам еще раз проходить. Ресет сделать. И мы проходим этот сегмент еще раз. Очевидненько. Смотри, теперь один из нас может умереть без проблем. А теперь у телепортатора большая ответственность. Ну, так как ты не любишь телепорт, я предлагаю, ты должен. Нормально. Так, ты должен пройти с телепортом все. Смотри. Вот, видишь? Проходи наверх, иди. Проходи все дальше, как обычно. Вот, до сюда. Теперь тебе надо прыгнуть вот сюда. Так, прыжок, телепорт, прыжок. Теперь ты, мы идем направо. Сейф брать не надо. Ты идешь направо. Ты телепортишься, прыгаешь на эту лазерку, телепортишься влево, идешь вправо, через стену и сейф. Так. Есть? И не надо делать с бомбами сегмент и идти там бэктрекинг делать на Кастельвании. Да. Короче, это очень много воспринятий. Да, но надо делать сложный сегмент два раза. Ну что-то он мне не показался сейчас сложным. Ну, по сравнению с остальными он сложный. Забыл, как это делать. Все, больше скипов нет. Фух, о, сегмент, который повторил часа два, хайп говорит. Но это с порталами. Да, прикинь, на спидране хайп, надо пройти этот сегмент подряд. Ну не подряд, но два раза. Хочешь спидранить эту игру? Мы, кстати, прошли подряд. Два раза. Ну да, мы вообще не умерли ни разу. Зачем я... О, ладно. Я жив. No fucking problem. А, нет. Ай-яй. Блин, как я мог завоплить эту фигню, она же простая. Стариха не будет. Ай-яй. Расслабились сразу же. Нет, ну хорошо. Простой прыжок, где надо просто жать направо и просто прыгнуть в нужный момент. Я что-то вот боюсь постоянно прыгнуть слишком высоко. Ну давай, наконец-то. Без комментариев. В синглплеере этот сегмент надо пройти сначала снизу, потом сверху. Отлично. На одном сейве, конечно же.
сосредоточились. Сложно. Нормально. Уф, близко. Так, надо прыгать как можно раньше. О, намного легче так. Это была опасненько, нормально. Так, что цветочек. Шипики сначала, помню. Я не помню, какой был. Ну, какой, не помню, но в итоге умер я. Я просто сразу импровизирую. Нормально, все нормально. Okay. Не, это часто бывает. Типа, главное стенку. Ё-моё. Окей. Нет? А, да блин, тут жёсткий рандом получился. Сейф. А у нас рандом на этом блэке одинаковый, да? Да. Ну, везде рандом одинаковый, не только на этом блэке. Ну, раньше такого не было, кстати. Да? Да. Первые версии были с полностью разным рандомом. Интересно. Раньше времени прекращать что-то делать. Третий большой между ними. Сделал. Так, давай ты первый. Здесь можно пройти на одном прыжке это все, но я не буду пробовать. Я нажал на это, значит все нормально. Не, нормально? Я не знаю. Я забыл, как мы привыкли просто. Вот так. Ладно. Это моя. А это твоя. Ой, только не зарестарт. И вот эти сразу активируй. Да, я понял. И вот это. Я что-то задумался, стою. Ладно. И верхний вот этот, да. Так, что? Ладно. Это не как, они не как платформы себя ведут, они тебя не поднимают. Привет, Джокер. Я не люблю этот прыжок. О, нет, ну все. 50? Блин. Отлично. Нет, просто верно.
А, что-то не так пошло. Блин. Я Джакер. Ну, это сложный прыжок, я два раза получился, так. Сейчас подряд. Так, я идиот? Да, я идиот. Подожди, а ты можешь отсюда прыгнуть? Ладно, хорошо. Заодно выучим. Я сейчас неправильно сделал, да? Так, все, пока. Черт. Все правильно. Две сегмента с первой попытки прошли. Отлично, я считаю. Я помню времена, когда у меня здесь баговал и не было этих дурацких штучек. Хорошее было время. Есть? Так, что там у нас за тактика? Быстрый цикл. Я прыгаю первым, ты идешь за мной, и ты идешь сразу, как только монетку ты берешь... Монетку и потом направо бочку, да. Все, помню. Да. Черт. Ресет. Просто еще не полностью разобрался, как это работает. Я немножко торможу с таймингами, поэтому это близко. Если бы я точно знал, как стрелять, то я иду вниз, ты идешь вверх. А не быстрее будет, если я тебе и эту активирую, или нет? Сейчас об этом. Все, давай последнее. Не, это, по-моему, фейл. Нет. Не умер. Давай, сейчас будет жирный голд. Все. Как? Назад. Черт. Ой, по-моему, мы слишком синхронизировались. Да нет. Да блин, как этот прыжок делать? Никогда не понимал этот прыжок. О, там можно просто держать влево. Такой сложный сегмент. Блин. Он просто последний, поэтому расслабляет. Да вроде не на VR идем, чего волноваться-то. Опять?
Кстати, я понял, надо и тут оптимизация есть. Раз мы идем, там одновременно летим на левую бочку, ну и справа. Да, то тогда еще раз. Давай. То тогда я могу сразу прыгать на правую. Вот. Зачем мне на левую там лететь что-то 3 часа? Вот, я сразу на правую. Я не вижу. Все, но... это работает. Я понял, ты достаешь там все нормально. Я ресетнулся. Вот, вот. А, ну почему? Но у нас у каждого свои места, где он фейлится здесь. VR 1.03. На 100%. Ну да. Минус 23.20. Сколько вообще времени? 1.11. Блин, почему я справа появляюсь? Ну... Кстати, я нашел тут новую точку для... Да, чё, не важно. Чё нашел? Новая точка для падки, но там можно больше урона наносить. Сейчас покажу. Ну, я не обязательно использую сейчас. У нас есть 2.20 где-то, 2.10 на то, чтобы убить вот это. Ну, давай попробуем, например, сейчас его убить. Я думаю, шансы неплохие. Очень все быстро завершить. Главное, чтобы Шайн Брайт не затроллил. Давай. Тут, в отличие от того, когда ты один тренил, звезды будут на меня наводиться, это помнишь. Да? Хотя я уже не уверен, если я справа появился, может они будут на тебя наводиться. Лола, они реально... меня. Охренеть. Ну, я был не готов ко всему, что происходит. Так, ладно, они наводятся на меня. И это багуля. Ну, я не уверен, как бы. Никто не говорил, что они должны наводиться на хоста. Они... Я даже появляюсь справа, этого не должно быть. Так, ну что-то я не верю в ферстрай, ну ладно, давай. Ну, блин, ну... Давай потренируем тогда, что ж. Я имею в виду прям сейчас. Все равно полезно. Я могу давать тебе бесценные пинги. Осторожно, они сейчас развалятся. Осторожно, надо сдвинуться направо. Ладно, давай. Но больше не серьезен. Но больше нельзя сливаться. Ну, надо арм больше еще. Ну вот это можно атаки, кстати. Ну я не верю, что не можно сливаться. Надо просто всегда идти к центру уворачиваться. Это всегда возможно только. Короче... Пока если ты говорил, стекался, у тебя на первом боссе там груз ответственности, то представь мне сейчас. Ну, не, ну сейчас, понимаешь, первый, я же говорил, первый босс он легкий, поэтому там сливаться позорно. А здесь-то, ну, сольёшься, ну... Ты только что сказал, что на босше сливаться за шквар. Ну на босше, да, но это же босше. Ну это босше. Всё, можешь сливаться. А, ты имеешь в виду не на дарк босше, а именно на босше? Я имел в виду на первом босс. Кстати, ну, тогда я расслабился. Если мы оба стояли на левой точке, то мы бы могли просто разойтись оба из левой точки. Берем. Если здесь соло играть, то ты очень быстро его убиваешь, и тебе не надо уворачиваться от красного сильно. Тащи, чё. Блин, как стрёмно.
Ничего страшного. Если ты умрешь, то пьем его еще раз. Здесь, кстати, можно его домой. Я знаю. Я не... Ну. Мы же обсуждали. Я не хочу. Ладно. Нормально. Блин. Ладно. Ну, это была хорошая попытка. Да, это была хорошая попытка. И сразу же. Все-таки, конечно, вот на таких моментах, где тонкие прыжки, чувствуется отличие физики. Да, да, я согласен. Именно скорость падения. Очень сильно меняет. Она ведь и прыжки меняет, потому что она ведь каждый фрейм накладывается. Ну, это начало хорошее, так. Надо тащить теперь. Ну да, нормально. Ну потому что, да, на 100% чуваки, видимо, давно уже играли. Поэтому... Они играли, они точно много третий, они посты делали на форуме с багами, которые находили. Так что как... То есть они просто не сходу в онлайн пошли и час набрали, такого точно не было. Я выжил. Так, звезды на тебя. Блин, хорошо, то есть я иду оцентровую. О, никуда ты не пойдешь. Черт! Ну давай тащи. Моя очередь. А мы солнце добили? Не знаю. После чарджа остаются звездочки, эй. Почему Shining Bright? Ну почему скин Shining Bright? Другой любой бы скин было бы нормально. Эта звезда была там очень долго. Эта атака лучшая, когда на третьем, потому что можно дамажить заранее. И я опять умер. Так, ладно. Если так подумать, походу до Dementio мы идем не настолько уж и хуже, чем это смарткина. Не настолько хуже, не то что там в десятки раз хуже. Да, то есть. Вполне реально оптимизировать. Час 11, а у них час 03 с боссом, и босса, я так понимаю, не там с первой попытки, что ли, прошли. А, этого нет. Нет. Ну, все равно, не, да, не так уж прям. Платненько. Резетить? Не, не думаю. Ну блин. Ну давай ресетнем, хорошо. Я думаю, до Шайна Брайта надо резет. Хорошо. В прошлый раз такого не было. Ну оно да, давит, когда ты, блин, тебе надо три фазы будет огромные переживать и все один. Ну, я согласен. В какой момент происходит смена персонажа, я не понимаю. Мы же начали так, что я был первым. А потом? Точно? Да, я же слева, помнишь, появился. Сам я вообще не замечаю таких вещей.
я как-то это не критично. Где-то багуля какая-то происходит. Может, как-то она связана с каким-то из скипов? Ну, непонятно. Ну... Ну, она же у нас возникала... Скипы тренировали, их первый раз увидели. Не, подожди, у нас она вроде с самого начала в прошлый раз возникла. Ну, я не знаю, но со снапом у нас не было. Причем в том числе на версии 1.63 не было. Ладно, давай тащим. Ну, я начал выживать нормально. Да ё-моё, я не помню этого, ну как это должно сзади брать тебя везде? Неправильно. Ранг легче запомнил. Вот эти звёздочки после чарджа, эти варпы нет. Объем Дементию выключили стрим? Ну, наверное, а что? Как-то вроде не планировал больше ни во что играть. И второй забег тоже вряд ли. Хочет начать стримить, чтобы ты его захостил в нужный момент. Я другого объяснения не могу придумать. Ну ладно, может. Даже не, может, не уверен, что он стример. Я тоже. Опасно, говоришь, центр идти? Но... Да. Я не знаю, что тут. Я умер. Да ё-моё, окей, хорошо, это было. Уже всё, когда звёзды последние. Смотри. No, HP 0416Y. О, вот это я сейчас перепрыгнул. Опять это атака. Живи! Что ты убивай? Звезды. Помню. Да как? Я теперь прыгал на от этой звезды. Я прыгал от этой штуки, и это прям как в Камиле, смотри-ка. Такой же нечестный рандом. Отлично. Хорошо, я понял. Ужасный босс. Не, слишком рано вообще не рестартить. Если у каждого из нас будет очень хорошо этого босса уже знать, то есть прям будут хорошие шансы на успех даже в одиночку, то тогда да, а сейчас лучше вдвоем, это быстрее будет. Ну, согласен. По крайней мере, особенно тоже... учитывая, что Дракула более-менее стабильна. Ну, и Дракула вдвоем очень быстро выносится. Ну, разумеется. Выносится, а в одиночку там можно слиться такой быть ну, атаки. Да, Шайнен Брайт вообще без разницы. Да, Шайнен Брайт без разницы.
Боши, ну так, совсем ну, почти не, да, не особо. Вот на финалке мы еще ни разу не были вдвоем. А там как раз таки разница, по идее, огромнейшая будет на финальном. Очень быстро забить, чтобы через эти линии почти не прыгать. Ну именно до финала финалки дойти вдвоем. В начале-то особо нет разницы. Но по идее, если мы дойдем вдвоем до финальной, то надо на горизонтальных платформах, чтобы хотя бы один прыгал и стрелял. Ну, типа, оправданный риск. Ну, да. Типа суицидные тактики. Не, ну как бы вообще-то можно выжить при этом. Ну я понял, что ты. Это опасно. Забыл, как эту атаку делать, мы в первый раз должны. Нет! О мой бог, это собака. Плохо. Да. Очень плохо. Сейчас дэш. Нет, не дэш. Ну ладно. Тащи. Это очень небольшая вероятность зорга. Я 2 часа убивал в прошлый раз. Ну и как? Ну и что я должен был? Мне не нравится этот чайный брайт. Не, ну... Не, я не думаю, то, что он нечестный. Мне кажется, просто нужны страты более стабильные, потому что... Смена позиции. У меня ощущение, что я просто оказываюсь в неправильной точке, например, от какого-то такого рандома или наказываюсь за то, что неправильно. Короче, надо. А, думать. Я справа, я синим играл. Я понял, ты синим играешь. Звезды последние. Теперь я умираю, отлично. Блин. Жаль, хороший цикл был с вортексом в конце. Жаловаться на потерянные несколько секунд из-за плохого рандома атак. Ну, ничего, все нормально. Что-то плохое. Ой, плохое, ну вообще. Вальс. Я тоже долго размышлял, глядя на этих... Я... Ах ты, нет, ладно. Может быть, зарга, может. Ну, вообще, факт, что звезды на меня, он, конечно, сбивает. Да ё-моё! Ну ладно. Ну ладно. Ну хорошо, что на этой атаке есть спот. Представь, если она рандомная была бы. Да уж. Ой, извините. Сейчас 30.
каждая вторая атака на тебя наводится. Да ладно. Да. Лол. Возможно, это можно использовать. Ну, прям топовый урон, да. Жалко, что его нельзя дамажить после того, как он там. Тупая фаза. Каждый раз двойной прыжок, когда используешь, очень стрёмно становится. Потому что надо не приземлиться между платформами. Я вроде это контролирую. Ну, да. Не, ну там, где ты говорил, что хреново было, это как раз был... Да. Но он слишком справа появился, чёрт. Я всегда этого боялся, и это наконец случилось. Я всегда боялся, что он слишком справа появится и просто... Ну, слишком по... Я замечал, что на всех спидранах люди двигаются справа на... Справа налево? Да. Не знаю, может быть он появляется всегда справа. Ну блин, не на спидране переучиваться. Не, ну сейчас не надо, но надо подумать над этим. Данил, спасибо за хост. Первый хост от Данила. Привет, Данил. Привет, привет всем с канала Данила. А у нас тут 2 часа до ВР времени есть. Ну я ничего, я не знал, что как бы. Я сам с трудом выжил, я живи, не мог еще. Живи, короче. Синхрончик пошел, прям звездочки прыгаешь. О, ты первый раз на Боше сегодня? Да. Когда-нибудь я умру на этой атаке. Блин, реально каждая вторая наводится. Нифига себе. Довольно большой бессинхрон. Тупой щит. Да, привет, Данил, еще раз. Да ё-моё, сколько? Да.
опасненько. Зато урон маленький. Ой, что? Да, урон. Синий придется еще раз выживать. Угу. Или не выживай. Черт. Я не готов был. Я, да. В соло ты убиваешь его очень быстро. Ну, саб 2 возможно. Давай сделаем саб 2. Блин. Арбаль, я сейчас соберу себе кино. Смирюсь с фактом, что Шайлин брать не с Камилией. Сразу все пойдет хорошо. Ну ладно, хоть не смог нанаймить. Черт, вот это было не круто. Impossible. Ты в нем стоишь. А, да что он все время так делает? Что происходит? Ты в нем стоишь. Он на тебя начаржился. Ты видел это? Он вообще у нас какой-то дичайший ресикер, да. Он просто дичайший. Ты прям в нем стоял. Слушай, у нас вообще разный рандом сейчас был. Ты да. Тоже сейчас в нем стоял. Что-то вообще не пошло. Интересно. Это странное начало происходить, ладно. Не, это... Я думаю, это, похоже, нельзя никак использовать по нашему преимуществу, к сожалению. Ну, вообще ну, можно, в плане того, что наводятся на тебя звезды, и, типа, если ты можешь отойти подальше от меня. Ну, такое, короче, от случая к он случаю. Солнце... Как оно вообще чарджем наводится, это солнце? Оно сейчас навелось на тебя чарджем. У тебя на экране тоже так было? Ну ладно, интересно. У меня на экране просто мы с тобой оказались по разные стороны от жанулась в тебя. Нет, мы были, ну как, типа по одну сторону, правда, ты был прям внутри солнца. Но... Ага, понятно. Быстро. Да, какой час делать? Зорга, на какой час делать табличку, если там сплиты я специально отодвинул? Неужели непонятно, что намеренно отодвинуто так ровненько, прям рядом со сплитами? Говорят, что ты подрубил.
Да, давно уже. Тут вроде рандом попадает. Походу именно на Шенны Брайте рандом очень сильно здесь механизируется. Интересно. Пойдет последними звезды делать, эйсер. Ай, молодец. Все из-за звезд они отвлекают внимание. Это паттерновая часть, которая, не знаю, этот кружок, который вниз опускается, он рандомный немножко. Быстрое убийство не получилось. Ну прям совсем-совсем быстро. Конечно, мы все еще можем жирный бустер сделать, но... Нельзя же кардинально улучшать результат, иначе делать ПБ. Надо минус минутку сделать. Ну, если мы хотя бы саб 3 сделаем, я скажу ок. Если ок. Больше, чем 3 часа, уже расстроюсь. И даже если там на 20 минут, то лучше, это приятно. Типа сейчас 3.28, я напомню, у нас результат. А сколько сейчас время? Час 42. Угу. Так-то дофига еще, но, блин. Это дофига очень быстро закончится. Обманчивая дофига. Да. Как я ненавижу, когда он так делает. Не стой слишком долго над мышей лицо. Ты близко подходишь на огня. Ну да, но я так привычный. Подходить как на всех атаках, кроме мышей, можно, ничего страшного, есть время отойти. Но мышей он выпускает сразу и в лицо. Опять сейчас прыгну? Нет. О, мы выжили. Вау, солнце. Вау, есть. Не умирай! О, что-то я забыл про это. Так, да, надо подходить, а то сейчас... Я помню. Ну давай. This is the run. Угу. I'm so sorry. Ну и где? Ну, и в оправдании могу только сказать, что все-таки второй игрок отвлекает немного. Да, я согласен. Really? Oh my. Ну так и что, это за ран? Че, не видишь, сейчас победа будет? Какая разница, один тоже может победить. Че? Ок. Нормально. Все под контролем. Хорошо в них попадаешь. Мне кажется, там есть тайминг, который упрощает дело. Ну, да,
так-то да. Ты, значит, его хорошо понял. Я пока так, средне. Вроде выживаю чаще всего, но... Да, что-то урон похуже у тебя, странно. Я попробую. Давай. Ну зря. Саб 2! Нормально. Офигеть, ну все, жирнющий сплит. Так, портал, кто-то бежим, кто первый добежит. Больше 10 минут на этом боссе, это плохо. Да. Начиная с этого момента. Да, давай, дойти надо. Час 47.54. Минус час 40 голдсплит. Как и должно быть. В смысле, ну вернее, сам сплит-то минус час 16 и в сумме минус час 40. Ну то есть именно сегмент минус час 16. Фу. Ну это уже интереснее час 47. А смотри, мы боссов пополам с тобой затащили. Ты второго и третьего, я первого и последнего. Ну последний-то всех остальных стоит. Ну первый самый напряжный. Ну первый самый напряжный. Значок Немеги дает, это Марио. Да, дает Марио персонажа, только если 100% тогда открывается. Ну, последняя фаза, конечно, потная. Ну, это мне непонятно, насколько ты там точно прыгал, потому что синхрон был очень сильный. Мне довольно легко ее делать. Я считаю то, что смерти от звездочек это. Ну, для меня это. Чё, ну, не знаю, может не, я просто. Немного звук пропал. Че смерть от звездочек? Я сказал то, что мне легко уворачиваться от звездочек. И я считаю то, что смерти от звездочек это чёлк.